Всем привет! Сегодня 7 июля. Посмотрим, как себя чувствуют питоньки. Питоньки себя чувствуют хорошо. Вон какие красоточки. Аромат такой стоит. Вон какие симпатичные. Красивые. Разрастается очень даже хорошо. Эустомка тоже вон себя чувствует хорошо. Вон как она чувствует, сколько бутонов. Это два разных сорта. Вот. Это африканская ромашка, или как там ее называют еще. Тоже бутон набрала. Так, гортензия себя тоже чувствует. Вон как хорошо. Вся на бутонах, яркая такая. Здесь петуньки тоже у меня вон как себя чувствуют. Хорошо, яркие такие. Аромат. Вот от этой вот голубая лавандовая. Она вообще ароматная. И вот это тоже. Ночное небо. Что-то с этим связано. Тоже симпатичная такая. Вот, они все красоточки красивые. Вот. Так, дальше у нас что? Дальше у нас идет пеларгония. Тоже вот такая симпатичная. Это она уже второй цвет закладывает. Калеусы я тут пересадила черенками. Тоже разрастаются. Вот тоже темный черный дракон. Такой, они такие красивые. Вот такая вот пеларгония тоже вся-вся на бутонах. Вон она розочками. Вот такая тоже пеларгония симпатичная. Это у нас вьюночек. Там матики мои, вон как я их кушаю каждый день. Вон они, сколько тут много. Вот. Вот еще наша тут. Какая красивая настурция. Тоже два вида посадила. Она не плетется, кустиками растет. Но очень даже симпатично выглядит. Так, дальше посмотрим, что у нас. Так. Сюда пойдем посмотрим, как тут наша розочка поживает. Розочка вот так поживает. Мне в этом году мало розочек. Мои пропали розочки. Надо обрабатывать. Бальзамин вон как разросся. Симпатичный какой. Так. Потом у нас бегония вечно зеленая. Тоже вот такая вот красненькая. Надо эти штучки повырывать. Лабелька вон какая, то белая. Хосты вон какие. Вот. Гипсофила вон какая. Классная. Вот второй год ей из семян посеяно. Тоже такая будет чисто белая. Была красная, но она что-то у меня подпропала. Это... Календула. Вон какая симпатичная тоже. Дёрин вон как разросся. Тоже куст красивый, симпатичный. Так, сейчас на Альпийскую горку надо сходить. Посмотреть, что там. Так. Дельфиниум у меня отцветает уже. Вот, отцветает мой дельфиниум. Классный был, шикарный. А здесь календула вот махровая. Семена хочу взять. Вот она махровая. Здесь алисум у меня белый. Вот. Гортензия вон уже бутоны набирает. Он будет скоро цвести. Это лаймлайт, по-моему. Или ванила фрайс лаймлайт там дальше. Я их путаю. Но они отличаются. Здесь у нас Анютины глазки отцветают уже. Там вон тоже хризантемка. Кругленькая такая. Здесь тоже вон какие вот семенами сеяла. Забыла, как называется. Красные такие цветочки. Но они просто как листва декоративная идет у них. Симпатичные. Елочка голубая. А гератум вот тоже цвет набирает. Вот.
кислится везде, но она, кстати, очень симпатично смотрится. Она еще и даже цветет, вон, желтенький. Потом, конечно, я ее удаляю, когда она уже все вот отцветает. Львиный зев какой классный, прям вообще. Но он только-только вот весь на бутонах, там розовый вон дальше. Львиный зев, а как этот... звезда, вот это вот можжевельник Blue Star, как он разросся, приросты какие дал, прям вообще очень красивый, конечно. Вот. Здесь у меня бальзамин садовый. Вот у нас тысячелистник какой симпатичный. Так, здесь у меня что? Здесь сосна у меня горная. Тоже вон как прирост дала хорошо. Помело название сосны. Угу. Хорошенькая. Вишня наша поспевает, но ее туманами побило уже почти. Ну ничего, ягод вон сколько. Вон сколько ягод. Я думаю, на варенье хватит нам. Это наша местная приморская вишня. Ну ее, видите, туман побил. Это надо все обрезать. Некогда было мне обрезать. Заниматься этим, думаю, ладно. Плодоносит, плодоносит, пойдет. Так, надо в теплицу сходить посмотреть. Курочки наши гуляют. Курочки наши гуляют. Так, в теплице у меня тут что? Огурцы. У меня здесь вон какие большие, высокие. Урожай уже сняли с огурцов. Помидоры наливаются вон. Да, вон как наливаются помидорки мои. Выросли. Но это высокорослые помидоры, томаты. Здесь вон уже как наливаются. Так, ну и у нас дальше. Здесь маленькие бархотки.